Ради жизни на земле изучайте ПДД. Именно с этой речевки начался региональный этап ежегодного смотра конкурса «Гид-бригад Светофор». Из всех муниципалитетов Центр развития дополнительного образования съехались команды юных инспекторов дорожного движения, чтобы узнать, в каком районе области правила знают лучше. Конкурс, он в первую очередь призван заслужить доверие взрослых, обратить их внимание на то, насколько важна маленькая жизнь на этой огромной дороге в этом огромном городе. У юбилейного 10-го смотра несколько основных тем. Пешеходном переходе, детские удерживающие кресла и ремни безопасности. На каждое выступление 5 минут. За это время участники должны показать сверстникам, как они умеют и хотят соблюдать ПДД. Ребята точно знают, что должен уметь юный инспектор движения. Он должен знать, что при красном свете он должен стоять, при зеленом он должен идти, а при желтом он должен подготовиться, чтобы идти по дороге. Да, мы долго репетировали это выступление, мы хотели первое место занять. Фантазия школьников безгранична. Песни, танцы, сценки с масштабными декорациями, дорожный яролаж. Все, чтобы заинтересовать зрителей. Научить любить правила дорожного движения не только ровесников, но и взрослых. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.